Хрупкая девушка с мечтами о победе совсем не в женском виде спорта. Александра Принц сейчас учится на третьем курсе лечебного факультета РИАСГМО. Она легких путей не ищет ни в спорте, ни в профессии. Ее привлекают травматология, кистевая хирургия, ревматология, но более всего спортивная медицина. Спорт она гармонично вписывает в свой плотный график, говорит, во многом это даже помогает. Дзюдо – это больше, чем просто спорт. Дзюдо, оно закаляет твой характер, и это помогает жизни. Просто делать какие-то маленькие победы к своим маленьким целям, также помогает даже в учебе. Еще одна спортсменка, Александра Шереметинская, приехала из Казани. Она призналась, дзюдо – важная часть ее жизни. Дзюдо – это тот, наверное, вид спорта, который помогает выплеснуть энергию. То есть энергия все-таки накапливается, где можно почувствовать содружество за счет коллектива. Это уже третий чемпионат по дзюдо, который проходит на базе Рязанского медицинского университета. РИАСГМО – вуз спортивный и, конечно, национальному виду спорта здесь уделяет особое внимание. Дзюдо – это и спорт, и философия. Это спорт мужественных, сильных и благородных людей. Поэтому, наверное, так много сейчас людей направлено на этот вид спорта. Мы, конечно, очень рады, что и наши студенты занимаются дзюдо. Главная цель соревнований – укрепление спортивных связей среди вузов и формирование здорового образа жизни у студентов. То, что сегодня проводится в очередной раз уникальное мероприятие на базе нашего Рязанского государственного медицинского университета – спартакиада. Именно вот по таким значительно мужественным видам спорта, как дзюдо, ну, нас это только вот в своей оценке деятельности повышает на еще более высокую ступень. Подбодрить спортсменов и дать им свои рекомендации пришли именитые дзюдоисты Андрей Волков и Михаил Пуляев. Каждый из них не понаслышке знает, что такое спортивный дух, победы и поражения. Поэтому их советы могут многому научить тех, кто сегодня борется на татами. Прежде всего терпение, никогда не сдаваться, то есть идти к своей цели. Это самое главное. Мне кажется, это не только дзюдо, характерно любому виду спорта. Потому что может что-то не получаться, но если ты будешь верить в себя, верить в то, что ты сможешь, рано или поздно тебе что-нибудь получится. Участник Олимпийских игр Михаил Пуляев говорит, в дзюдо крайне важно уважение к сопернику, чтобы борьба не выходила за рамки татами. На сбор ездим, например, там почти со всех стран. Со 100 стран, например, там приезжают люди, как бы тренируются, а так все дружат между собой, общаются. Дзюдо – национальный вид спорта, полный благородства. Во время спарринга будущие врачи получили дополнительную практику в искусстве борьбы. На этот раз соревнования закончились. На следующий год в РИАСГМО всех ждут снова. Мария Рудая, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».